Цифровизация образовательной среды – одно из главных направлений в нашем регионе. Чтобы показать, как сегодня обучаются дети, в школе номер 32 организовали экскурсию для родителей и учеников. В обходе приняла участие заместитель главы администрации Ирина Теслева. Это программа губернатора Московской области. Мы ежегодно, наши школы получают комплекты цифрового оборудования. Но 32-я школа, как школа новостройка, да, вне, так сказать, планы и графика, сразу же при укомплектовании получил достаточно мощный, много ресурсов. Родителям учеников продемонстрировали информационное табло, на котором можно узнать расписание предметов и последние школьные новости. Также они смогли посетить открытые уроки по робототехнике, курсы по изучению языка программирования Scratch, клуб ментальной арифметики, занятия по черлидингу и многое другое. Такое многообразие позволяет каждому родителю выбрать то, что ему близко. Ну, наверное, это положительный эффект. Ну и, с другой стороны, мы можем выслушать, что родители хотят, и, может быть, чего-то недостаточно. Образовательная программа должна идти в ногу со временем, считают в администрации городского округа. И в ближайшем будущем передовые образовательные технологии будут введены во всех химкинских школах.